Аленький цветочек в историческом центре Самары. Когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Григорий Сергеевич размещался в нем с дочерью Ольгой, которой его отец, писатель Сергей Аксаков, и посвятил всемирно известную сказку. Сквер с пятью фонтанами и массивными лестницами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Проект победил и получил софинансирование из регионального бюджета. Это очень интересный, амбициозный проект, на мой взгляд. Мы всегда только за новое, за все, что новое, что происходит в нашем городе. Сейчас смотрим в наши окна и только радуемся каждому этапу следующего построения этого прекрасного сквера. По проекту сквер должен превратиться в современную зону отдыха с удобными лавочками, пятью фонтанами и подсветкой. Изюминкой станут большие стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек». Это некое блуждание по определенному сценарию, то есть некий такой лабиринт, где стеклянные страницы с абзацами сказки, с отрывками сказки, с иллюстрациями и, соответственно, в определенном дендрологическом обрамлении ландшафтном, потому что каждый там цветочек, кустик вокруг этой страницы будет соответствовать определенной ситуации вот в этом месте сказки. Гуляя в сквере, жители и гости города смогут прикоснуться к истории. Во время раскопок строители нашли здесь фрагменты кирпичной кладки. Оказалось, что это печь из дома Аксаковых. На данный момент принято решение выполнить мероприятие в данном сквере по устройству саркофага на данной кирпичной кладке, чтобы все жители могли при посещении данного сквера наблюдать именно археологические вот эти вот составляющие в данном сквере. Благоустройство на объекте идет по графику. Строители практически завершили земляные работы. Если по трудоемкости, то выполнено, я думаю, где-то 85%. Чистовые и более дорогостоящие элементы, они вот сейчас только на подходе, потому что сложный достаточно производство, специфичное. Завершится благоустройство сквера в ноябре. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».